Всем здравствуйте! С вами «Последние новости». В нашем выпуске мы будем говорить о биатлоне. Стало известно, что немецкая биатлонистка Анника Кнуль объявила о завершении своей карьеры. Она сказала: «С тяжелым сердцем я должна объявить, что завершаю спортивную карьеру. К сожалению, здоровье больше не позволяет мне бороться с полной силой и достигать вершин. Последние месяцы и недели были очень трудными для меня и отняли много энергии». Так написала спортсменка на своей странице в Фейсбуке. Затем она отметила, что не хочет постоянно бороться со своим телом. Поэтому она считает, что ей пора закрыть биатлонную главу ее жизни. Она также написала, что очень благодарна и гордится тем, какие особые моменты дала ей эта глава. Но не только опыт делает время столь ценным, она рада тому, что могла поработать со многими великими людьми. Отметим, что 25-летняя Кнуль трижды становилась призером чемпионатов Европы, а также завоевала 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал. А с вами были главные новости.